Если вы только начинаете изучать тему ухода за кожей, вы не знаете, что зачем нужно наносить, и вам сложно разобраться во всем многообразии баночек, то это видео точно для вас. Всем привет! Меня зовут Кристина. Я большой фанат корейской косметики и ухода за кожей. Здесь я буду делиться своим опытом, делать обзоры на различные средства и рассказывать о правильном уходе за кожей. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Сегодня я хочу поговорить с вами про базовый уход, или другими словами, это уход для новичков. Что же такое базовый уход? Это минимальный набор средств, который необходим каждому из нас, независимо от типа кожи и ее состояния. Итак, давайте подробно разберем каждый этап на примере утреннего и вечернего ухода. Утренний уход состоит у нас всего лишь из трех обязательных этапов. Это очищение, увлажнение и защита от солнца. То есть утром вы можете умыться пенкой, тем самым удаляя излишки кожного сала, скопившиеся за ночь. Но обращаю ваше внимание, что умываться нужно мягкой пенкой, потому что жесткие пенки, они смывают полезные бактерии, которые образуют защитный барьер нашей кожи. Например, вы можете в качестве мягкого очищения, мне нравится пенка от бренда Миша с 10 видами гиалуроновой кислоты, она глубоко очищает кожу и при этом после нее нет чувства стянутости. Еще с подобным эффектом мне нравится пенка от бренда Tremay с 5 видами гиалуроновой кислоты. После умывания идет этап увлажнения. В качестве увлажнения вы можете выбрать любой увлажняющий крем, который по плотности и по текстуре подходит для вашего типа кожи. Но я советую для жирной и проблемной кожи использовать более легкие гелевые текстуры. Например, крем-гель от Ayunix Centella азиатской отлично увлажняет и успокаивает покраснение и воспаление. Если у вас сухая кожа или обезвоженная, особенно сейчас это актуально в зимний период, то выбирайте более плотные питательные текстуры. Например, мне нравится крем-сыворотка с экстрактом гриба чага от бренда Blight. И финальный этап в нашем утреннем уходе – это защита от солнца. Я знаю, что многие из вас пропускают этот этап, пренебрегают им и очень даже зря, потому что ничто так сильно не влияет на старение кожи, как солнце. Если, например, у вас проблемная кожа или чувствительная, имеется купероз и розация, то солнце только будет усугублять эти проблемы. Что касается зимнего периода, то SPF-крем защищает нашу кожу от фотостарения. Другими словами, лучший антивозрастной крем – это солнцезащитный крем. Поэтому я советую использовать крем с SPF-фактором круглый год перед выходом на улицу. Сейчас на рынке представлено очень много SPF-кремов с увлажняющим эффектом, которые могут заменить вам полноценный увлажняющий крем в утреннем уходе. Например, один из таких – мой любимый солнцезащитный крем от бренда Blight с высоким фактором защиты от солнца, и при этом он очень хорошо увлажняет и питает. И что самое классное, его не нужно обновлять каждые 2 часа в городских условиях. Как вы заметили, у меня много любимчиков от бренда Blight, я очень люблю этот бренд, поэтому в дальнейшем я обязательно сделаю подробный обзор на мои любимые средства. Давайте теперь перейдем к вечернему уходу. Вечерний уход состоит из двухэтапного очищения и увлажнения. Очищение обязательно должно быть двухэтапным, если вы используете солнцезащитный крем или декоративную косметику. Первый этап вам нужно использовать для снятия макияжа обязательно гидрофильное средство. Это может быть гидрофильный бальзам-щербет в твердой текстуре, например, мой любимый от бренда Vanilla Co. Или гидрофильное масло, присмотритесь к гидрофильному маслу от бренда Tremay. У них в целом функции одинаковые, но вы можете выбрать для себя
комфортную текстуру. Так вот, преимущество гидрофильного средства в том, что оно очень качественно очищает кожу от макияжа и при этом глубоко очищает поры и является отличной профилактикой против черных точек. Но гидрофильное средство не заменит вам полноценное умывание, поэтому обязательно после того, как вы смыли макияж гидрофильным средством, обязательно используйте пенку, чтобы смыть остатки косметики и остатки масла. И только после такого двухэтапного очищения гидрофильное средство плюс пенка для умывания ваша кожа может считаться правильно и качественно очищенной и готовой к последующим этапам вечернего ухода. И завершающий этап в нашем вечернем уходе – это увлажняющий крем для поддержания оптимального уровня влаги в нашей коже. Напоминаю, что вы можете выбирать любое увлажняющее средство, которое по плотности и по текстуре комфортное именно для вас. Еще я советую вводить раз в неделю отшелушивающие средства. Это может быть, например, пинг-скатка, энзимная пудра, кислоты. Но, пожалуйста, не вводите агрессивные скрабы с крупными абразивными частичками, потому что они очень сильно повреждают нашу кожу. Ну вот и все. Подводя итог, можно выделить основные три этапа в базовом уходе. Это очищение, увлажнение и защита от солнца. Если вы заботитесь о здоровье и красоте вашей кожи, то, пожалуйста, не пренебрегайте этими основными этапами. Что касается тонеров, сыворотки, эмульсий и других средств в корейском уходе, их очень много, то это уже не относится к базовому уходу, а я это называю функциональный уход, который решает определенные задачи для нашей кожи. Например, если у вас проблемная кожа или у вас признаки возрастных изменений, вы можете в базовый уход вводить дополнительные средства с активными компонентами, но при этом очищение, увлажнение и защита от солнца все равно остаются базовыми этапами. Расскажите в комментариях, какой у вас базовый уход, какую косметику предпочитаете, а возможно в чем-то у вас были и разочарования. Мне очень интересно почитать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу. С вами была Кристина, до новых встреч!